Все, я пошел к Урангару докладывать о том, что Идр-Люкор сошел с ума. Все стражи, которые повел за собой этот идол, сфидели. Ихняя экскурсия провалилась. И надо что-то дальше думать, что делать-то. Он вовсю искрится, этот барьер. Главное, чтобы меня по пути тут не чпокнули. Ну, в принципе, я же всех зарубил. Хули тут чпокать-то? Ой, я чуть не сдох. Чуть не упал в водичку. Ну, болотный лагерь близко, нормально. То есть, что можно, какой, точнее, сделать вывод? Эти все дебилоиды из болотного лагеря, особенно вот эти высшие слои, там, гуру, они все дебилы. Вот на примере этого, Идр-Люкора. Все, провалилось. И руку поднял на главного героя. Уложил всех стражников, молодых ребят, лысеньких. Да, такие дела. И когда, ребята, не вступайте всякие секты там и так далее, все это херня. Не загоняйтесь всяким сатанизмом. Бейте рожи, кто носит пентаграммы, там всякие кресты перевернуты и так далее. Просто, блядь, крошите им рожи по полной программе, как это делает главный герой из Готики. Еще имя неизвестно. Возьмите меч какой подлиннее, а можно просто какой-то дубиналом или кулаками херачьте. Так, мне надо на площади тут, блядь. Опа, сука. Носом в говно упал. Я думаю, новостями он не восхитится, этот ангар. Это точно не моя проблема. Это не моя проблема, не моя. Вот я пришел. Бля, хоть бы в постель его затащили, это твои беды. А то на холодных камнях лежит. Так, ну, блядь, я был на кладбище орков. Я был на кладбище орков. Там нет ничего. Ни спящего, ни зацепки. Вообще ничего. А идол Люкор и его стражи? Они все мертвы. Мертвы? Но почему? Что произошло? Пещеры кишмя кишат орками. Они перебили всех стражей. Мне и Люкору удалось выжить. Но он при этом сошел с ума. Он кричал, что спящий приказал ему убить меня. И искренне пытался выполнить этот приказ. Похоже, он просто не мог смириться с мыслью о том, что ему так и не удалось ничего найти. Я не верю, что воля спящего подвигла его на столь ужасный поступок. Этого не может... не может... Это не относится к делу. Этого не может. Не может. Это не относится к делу. Важнее всего то, что идол Люкор еще не зашел слишком далеко в своем безумии. Теперь вся наша надежда на Юбериона. Как поживает Юберион? Он не очнется, если мы не поможем ему. Видишь? Он слабеет с каждой минутой. Я знаю, как разбудить его. Но для этого мне понадобится твоя помощь. Что я должен сделать? Принеси мне целебные травы с болота. 5 кустов самого сильного сорта должно быть достаточно. Прошу тебя, поторопись! Пока меня не впутают. Стоять! Скорее всего, ты прав. Где я смогу найти эти травы? Ищи их на болоте позади лагеря. Тебе придется зайти далеко вглубь болота. Постарайся не попасться болотожором. И хватит тратить время впустую. Бля, как они выглядят? Было не слишком умно. Как я узнаю, что это именно те травы, которые мне нужны? Они похожи на звезды. С 8 зелеными и оранжевыми листьями. В путь. Все, я понял. Блин, ну послал бы какого-нибудь лысого шныря, а что я все должен сделать? Я там все разруливаю, валю орков там, всяких тварей, а, блядь, травки эти пособираю. Вон, ну, взяли бы этого болвана, который на коленях сидит. Пиздец. Будто тут людей нет. Травки послали, все, мигом и принесли с болот бы.
Ой, так вот, продолжаю по поводу секты. Этот, вот Корангар, вроде нормальный мужик, с головой, а мне тоже верит всякой херне, повелся на всяких спящих, говнящих и так далее. То есть, вот опасность секты, какая бы она, конечно, ни была там, выдуманная, а вот завлекает всяких таких вот крутых чуваков. А Корангар на самом деле нормальный мужик. Сейчас сохранюсь. Опасная вещь секта. То есть, если там узнали, что возле вас живет лидер секты, сразу бейте ему рожу, блядь. Ничего не бойтесь. О, мухи, мухи, блядь. Супер. Сюда, блядь. Говно, блядь. Экспа, экспа. Это моя экспа. Оп. Ваншот, ваншот. Минус. Ты минус. Так, а чё мне надо травы, да? Вот какие-то травы. Не, мне не такие надо. Ой-ой-ой, барьер! Чуть не получил я. Чтоб задержался, как в жопу дал бы, мол. Бля, и тут. Вот я говорил, что на границе болотного лагеря вот этот барьер распростерся. Бля, промахнулся. Сколько сил. Вон, кстати, болотожор. Тоже такая опасная тварь. И противная, и, бля, просто. И звуки ужасные издает. Но знакомиться мы с ней потом будем. Потом, еще время не пришло. Обязательно познакомимся. Вот, вот такие нам травки надо. Сколько? 5 штук, да? Раз. Одна есть. Так, там, блядь. Сука, хуй с вами. Вот вам болотожор. Такой глист. Ой-ой-ой, а брони-то у него. Не могу я, ой-ой. Не-не-не, сваливаем нафиг. Ага! Я не хочу! Там чувак какой-то вход. Не-не-не, уходим, уходим. Я сейчас за яйца возьму. Еще слабенький я. Ну, короче, вот такая вот тварь. Блядь, пиздец какой-то. Чуть не сфизил. Ха. Было б кора. Коры как коры. Я их потом замокраю как-нибудь. Попожа. Вот, трава, трава, трава. Так, сколько? Одна есть у меня, две вижу. Так, две. Три. О, сейчас покажу кое-что прикольное. Вот видите, такая вот херы, блядь. Во, вот какая-то фигня. Вот тоже никто не знает, что за она. Какие-то вот скелетики, черепки, бля. Ну, как такой тотемчик. Вот непонятно, для чего оно. Хер его знает. Может, вот я не помню, в Golden Mode есть квест эта херня? Нет, не помню я. Все, трава собрана. Я возвращаюсь к Корангару. Пускай он сделает самогоночку для Юберина. Юберин маханет, и все будет ништяк. Бочком проходим, не огрим этих зверушек обоссанных. Ну, то неприятная такая тварь. Звуки такие. Такой огромный глистопарыш переросток. Из Чернобыля, небось. Выскочил. И завезли его в долину рудников, бля.
Тут чуваки собирают болотную траву. Они же с болотника делают курево. Это основной их товар, который они продают. И бабло шинкуют. Ну и всякую меняют. А другие лагеря не делают этого, блядь. Оп. Так, все, идем к Урангару. Какими-то, блядь, потайными тропами. Чуваки сидят на булках. Расслабляются. Так. Вот, почти пришли. Вот они курят, цибарят херню свою. Шик. Так, давай, буди этого пацана, который обливал тут все, это было всю площадь. Вот целебные травы для Юбериона. Отличная работа. Пока ты уходил, Юберион ненадолго пришел в себя. Он что-нибудь говорил? Да, он сказал, что спящий. Не то, что мы думаем. Мы больше не должны пытаться пробудить его. Нам остается это только надеяться, что для Юбериона еще не все потеряно. Все было по-другому. Давай, хиль его. Юберион мертв. Наш духовный наставник покинул нас. Что-то не то. Даже с твоей помощью нам не удалось спасти его. Офигеть! Что же теперь, Корангар? Я всегда доверял Юбериону. Незадолго до конца он возложил все свои надежды на план спасения, разработанный магами воды. Так что теперь мы должны поддерживать магов воды и их идеи. Им понадобится магический юнитор и альманах. И тем, и другим владеет Коргалом. Где сейчас Коргалом? Он был в ярости. Забрал нескольких стражей и отправился искать свой собственный путь к спящему. Это точно. Проклятие, как же нам теперь добыть юнитор? Я думаю, что он оставил книгу и юнитор в своей лаборатории. Вот ключ от сундука. Я не хочу в это вверх. Ну, Юберин, кстати... Блядь. Минуту. Да. Прими эту магическую руну в знак благодарности за твои добрые дела. Она позволит тебе легко и быстро переноситься во двор нашего храма, когда в этом возникнет необходимость. Благодарю тебя. Может быть. Так вот, Юберин тоже нормальный дядька, он такой шарящий, ну, всякие секты, вот это же домасонские, бля, завладели разумом. И тоже он впал вот в эту, бля, херню всю. Так что, бля, ребят, будьте внимательны. Если увидите всяких волосатых уёбов... Бля, что лестница какая-то важная, сука, говно, бля. Я, бля, ненавижу всяких волосатых пидоросов. Пиздить их надо. Палкой, блядь. Видите, что дышит, продолжайте дальше пиздить. Негоже быть таким, негоже. Эх. Сейчас я залезу в сундук. Коробка, блядь. Так, вот юнитор, а вот альманах. Все. Можно и спать ложиться. Час нынче поздний, нехер шататься по долине на ночь глядя. Тем более я выспусь, у меня хп отрегенится. Эй, ты! Пошел на. Все. Так, вот у меня 13 левел, 20 очков обучения. Че у меня по квестам план нового лагеря? Так, Корангар. А, ну мне в новый лагерь надо идти. Тебе... По пути я зайду в старый лагерь. Поговорю с пацанами. Опять я сплю. Уж извиняйте, но это дабы время не тратить на обходы всякие. А, и дал мне руну.
руна позволяет телепортироваться в болотный лагерь. Похоже, назревали проблемы. Во-во-во. Руна в болотный лагерь, сразу тпшусь. И в третьей главе во всех лагерях я так буду делать. Потом мне дадут руну в этот, в новый лагерь. Старый лагерь. Старый лагерь не дадут. О, все, бля, пацаны. Бегу я в старый лагерь. Поговорю с Диего, с Равеном. Скажу, что тут, бля, кипиш поднялся в болотном лагере. Идолы начали с ума сходить, стража гибнет. Я бы на месте старого лагеря взял бы, захватил бы этот болотный лагерь, и все. Все бы нормально было. И назад бы мозги вставил этим пацанам из болотного лагеря, чтобы перестали на лысо бриться. А то так людей теряем. А лечил бы их, ну, чисто наш, в шахты бы загнал бы, трудом бы физическим лечились бы они, работали бы, добывали бы руду. Да. Вот если вы качнули эту, шкуры сдирать, с волков можно шкуры снимать, ну это так, по фану, чисто. Я не любитель такой херни, я люблю качнуть силу и идти ебашить в кашу. Так, все, мостик. Бля, вот, может... А, можно купить с этого доспех стражника? Тебе нахер надо? Мне с этим неплохо. Ой, бля, я не туда пришел. О, волчара позорный. О, я сейчас поехал. О! Ваншот. Волчар, ты охерел, что ли? Я чувствую. Мухи, как люди. Всегда, блядь, мухи спать мешают. Да, блядь, фокус наберется. Он еще вот так люди. Давненько я вас, ребята, лысенькие мои, не видел. Вот дождь пошел. И... Бля, жалко, нельзя перепрыгнуть стену. Хотя хули я туплю. Как можно перепрыгнуть здоровую стену? Бля. Чё за глупости? Полная чушь. Во-во, полная чушь. Это да. О, музычка мне нравится с этого, со старого лагеря. Такая спокойная. Приятная тут атмосфера царит. Чуваки не напрягаются. Не, ну кое-кто напрягается, типа рудокопов. Им-то напряжно. А тут идешь на кураже. Похуй дождь. Колодцы насцена. Как всегда. С мадом я посрался, пошел в баню. Нехеру ему тут тусоваться со мной. Так, Диего, сука, где, блин? Диего! А, он не подключился. Сидит булки. А ты можешь? Да. Давай мне силушку, пацан. Все, десяточку оставлю. Видишь? Возвращай. Итого у меня береги силушки себя. 85. Ништяк. Сколько у меня лавандоса? 700. Да пофиг, тут в принципе деньги по стоку по стоку. Ведь по законам жанра RPG все ж крутые шмотки находятся, дропаются. Чувак на булки тетки смотрит. На целлюлит ее. Блядь. Я не хочу в это ввязываться. Привет! А, нельзя ему ничего сказать. Дай мне... Все, я иду в этот, в новый лагерь. Ёпта, блядь, я туда пошел. Люди всегда болтают. Скорее всего, ты...
Десяточку я ставил. Потом скажу, для чего. Если не забуду. Скорее всего, ты... Ну вот. Все, сейчас я пойду в новый лагерь. Все, ребята, тогда до свидос. Ждите новых видосиков.